Вот буквально сегодня мы отправили анализы одного из жителей нашего города Красноярска. Об этом уже я знаю, что социальные сети много информации уже дают в соцсетях. Этот гражданин прибыл вчера из Австрии, и по предварительным тестам у него выявлен положительный результат, но это только тестовые исследования. У нас в стране работает одна лаборатория базовая, это Новосибирск, Вектор. Сегодня в 5 утра анализы направлены как раз именно в РИЦ Вектор. Поэтому ожидаем, что завтра диагноз будет уточнен.